Урок 7. Эквализация композиции в режиме сессии. Перейдем в закладку Track View, расположенную в нижней части экрана, и в открывшееся свободное пространство помещаем трехполосный эквалайзер Echo Free из директории Audio Effects. Воспроизводим первую композицию, ожидая точки начала сведения. Убираем на эквалайзере второй композиции низкие частоты, деактивировав кнопку L, а высокие и средние частоты устанавливаем равными значению минус 5 дБ. Тем временем первый трек подходит к точке начала сведения. Выждав нужный момент, запускаем второй трек и через 16 ударов восстанавливаем высокие частоты на 0 дБ. Это нужно сделать быстро, нажав на параметр высоких частот правой кнопкой мыши и в появившемся меню выбрать команду Return to Default. Далее еще через 16 ударов восстанавливаем средние частоты второго трека, понизив высокие частоты первого трека до минус 5 дБ. Затем ждем еще один квадрат и восстанавливаем низкие частоты во втором треке, убрав их в первом. Далее аккуратно опускаем параметр Track Volume первого трека до плавного завершения композиции.